Всем привет, друзья! Интересная информация еще и еще, так сказать, подмечена пчеловодами. Такие интересные случаи и навыки пчел, или, как говорится, инстинкт пчел, или законы пчелины, что, которые можно использовать, и вы будете иметь удачу. Итак, это мы обратим внимание, рой, поселившийся в нише стены. Это небольшая статейка. Изучая медоносную растительность одного из районов Приморского края, я случайно набрел на давно заброшенное старое каменное здание. Обходя его вокруг в восточной стене, я заметил нишу, закрытую железным щитом с круглыми отверстиями внизу, в которых летали пчелы. Предположив, что пчелы дикие, я решил извлечь их и переселить на пасеку своего совхоза. Некоторые сведения о самих пчелах и их гнезде представляют интерес. Ниша, в которую поселились пчелы, имела площадь около квадратного метра. Пространство между металлическими щитами было 40 сантиметров. В нижней части наружного щита имелись круглые отверстия диаметром 20 сантиметров, служившие в свое время, очевидно, для вентиляции здания. Между этими щитами пчелы и отстроили себе гнездо из 8 сотов размером 60 на 30 сантиметров, расположив их торцевыми сторонами к щитам, то есть на холодный занос. В верхней части сотов имелось около 15 килограмм меда, в нижней и по краям перга площадью в одну стандартную рамку. Сотов с трутневыми ячейками было очень мало. Судя по цвету сотов, пчелы жили в нише около 5 лет. Отличались они исключительным миролюбием. Ни на сотах, ни на стенках ниши не было следов поноса. Следует, однако, отметить, что внизу имело значительное количество подмора. Я склонен думать, что причиной увеличенной осыпи пчел были металлические щиты. Охлаждаясь во время морозов, они покрывались инеем с внутренней стороны и сильно понижали температуру воздуха в гнезде пчел. Несмотря на это невероятно трудные условия жизни, семья пчел не только выживала, но и сохраняла свою хозяйственную ценность. В начале сентября прошлого года пчел вместе с гнездом переселили в ящик, а в конце того же месяца перевез на совхозную пасеку и еще раз переселил улей на готовые соты с кормом. Итак, друзья, вот такая вот информация поступила к нам из журнала пчеловода, пчеловодного 61 года номер 1. Еще интереснейшая статейка, которая вам, естественно, тоже заинтересует. Все пчеловоды, которые держат пчел, знают, что попадаются ульи особенно медоносные, но попадаются ульи особенно не медоносные. Один человек пригласил меня, пчеловод говорит: слушай, приди ко мне, он был начинающий, посмотри, что у меня творится. Когда я пришел к нему, открыл улик, семья собралась на роение, цвела ежевика. Одна семья носила мед, а в этой семье было три корпуса пчелы и маточников куча, и меда ноль. Говорит, что делать? Собрались на роение, вот-вот израятся, и мед надо нести, а они так столько пчел наплодили. То есть эта статья называется «Трудолюбивые и ленивые пчелы». Поговорим о них и что можно с ними сделать. Статья не сильно большая. Итак, трудолюбие пчел издавна вошло в поговорку. Однако, если присмотреться внимательно к работе пчелиных семей своей пасеки, можно увидеть, что не все они работают одинаково. Даже при одинаковых условиях, тип улья, сила семьи, обеспеченность сотами и так далее. Разница в работе пчелиных семей заметнее всего в золотую пору, так называемый главный взяток. Наши ставропольские пчеловоды, когда погода стоит хорошая, цветут подсолнечник, донник, бабка, жабрей, и контрольный улей показывает ежедневный привес 3-4 килограмма. Только еще засереет в воздухе, а маленькая тружица пчела летит на разведку. За первыми разведчицами летят на работу десятки, сотни тысяч пчел. Еще не закончилась в ульях ночная переработка нектара, а у литков уже вереницей столпились пчелы, вернувшиеся с поля с новой добычей. Соты быстро заполняются пергой и нектаром. Пройдите по пасеке вечером и прислушайтесь к гулу каждой семьи ночной работе пчел по выпариванию влаги из нектара. Это хороший показатель гневного труда.
Но гул в сім'ях различний. В одних сім'ях он напоминает звук сильного мотора. А в других это еле слышный шумок. Осмотрев на следующее утро улья, вы убедитесь, что одни семьи залили медом все рамки и даже только что поставленную вощину сумели за ночь оттянуть и залить медом. И матка вынуждена откладывать яйца в уголках вновь отстроенной вощины. В других все рамки заняты расплодом, а мед занимает несколько квадратных сантиметров под верхним бруском. Есть и такие семьи, где рабочих пчел много, а соты пустые, пчелы приносят нектара и пыльцы столько, чтобы хватило до завтра. То есть засыпано все пыльцой. Вот такую ленивую семью мне пришлось наблюдать. Это была сильная семья с хорошей плодной маткой в возрасте 2 лет. В то время, когда пчелы других семей уже активно работали на цветах, пчелы-разведчицы этой семьи только начинали лениво выходить из литка. Они медленно проползали по прилетной доске или передней стенке улья и поднимались в воздух. Чтобы заставить пчел вылетать раньше, пчеловод принимал строгие меры. По утрам стучал палкой по улью, обещал наказать. Однако семья на стук реагировала слабо. Пчелы выходили из улья, но быстро возвращались обратно. Не помогали и такие меры, как пересадка в другой улей, подсиливание и обмен расплодом с другими семьями. Трудно установить взаимосвязь между трудолюбием и продуктивностью и другими признаками пчелиной семьи. Некоторые пчеловоды считают, что чем пчелы злее, тем продуктивнее. Я не могу с этим согласиться, так как на моей пасеке рекордистками были как раз миролюбивые семьи. Возраст матки также не всегда имеет решающее значение. Чтобы заставить пчел лучше использовать взяток, я применяю дрессировку. Утром до лета пчел даю каждой улей по 50-100 граммов сахарного сиропа с запахом цветущих медоносов. То ли это медонос подсолнечник, то ли еще, вот как тут написано, жабрей, донник, или бабка, или еще какой медонос. И тогда смотрим, что получается. С сиропом надо работать осторожно. Давать его столько, сколько пчелы могут забрать, чтобы не вызвать напада. Ну, тут написано по 50-100 граммов. Немаловажное значение имеет перестановка рамок с расплодом и пчелами с хорошей семьи в худшую и наоборот. Если применяемые меры не дают улучшения в работе, прибегаю к последнему средству. Маток уничтожаю, а семью расформировываю. Вот такая вот опыт у этого человека. Ну, еще небольшая статейка и будем заканчивать. Новый способ исправления семьи с пчелами-трутовками. Весной прошлого года в одном из отводков я обнаружил расплод от пчел-трутовок. Так как на пасеке в это время уже были трутни, я сделал попытку исправить отводок путем помещения в его гнездо рамки с молодыми личинками другой продуктивной семьи. Пчелы заложили на них маточники. Однако незадолго до выхода маток пчелы разгрызли маточники. То же они сделали и с вторично заложенными маточниками. Необходимо было применять другой, более эффективный прием. Но какой? Мое внимание привлек реферат на тему, как рабочие пчелы ощущают присутствие своей матки, опубликованный в журнале «Пчеловодство номер 2» за 1960 год. В нем говорилось о том, что маточное вещество не только живой, но и мертвой матки сильно затормаживает развитие яичника у рабочих пчел. Вот этим наблюдением я и решил воспользоваться. Найдя на пасеке возле одного из улья убитую матку, я приколол ее с помощью иглы на средний сот гнезда неблагополучного отводка. Пчелы сразу же окружили матку тесным кольцом и стали прикасаться к ней усиками и хоботками. Мертвую матку я продержал в семье 7 дней и при проверке на 8-е сутки установил, что яйцекладка пчел-трутовок прекратилась. Я убрал из семьи мертвую матку, а в гнездо поставил рамку с однодневными личинками. Пчелы сразу же заложили на нем маточники. Вывели матку, которая вследствие спарилась и приступила к яйцекладке. Вот такие, так сказать, методы применяют пчеловоды для исправления своих семей. Если у вас где-то появились мертвые матки, то вы их складываете, не выкидайте. И, так сказать, в конечном случае они, возможно, помогут вам. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. В конце видео можете нажать на видео, которое вам понравится и которое вы не смотрели. До встречи, удачи вам!